Ну что ж, дорогие земляки и землячки, у нас есть очередной повод для празднования. Мы с вами являемся полноправными обитателями крупнейшего материка на Земле, Евразии. А господа африканцы, несмотря на всю их кажущуюся многочисленность, всего лишь вторые после нас. И это по-своему очень хорошо. Тот, кто ответит правильно на этот вопрос, получит призы от наших замечательных спонсоров. Это в первую очередь отдел «Часы», который расположен на 4-м этаже центрального комиссионного универмага по адресу Сумская, 13. Магазин-салон под веселым Роджером, адрес которого улица Студенческая, 6/17, это в районе метро Пушкинская. Ну и, конечно же, сладкий дом. Здравствуйте. Ну, представьтесь, пожалуйста. Валишенко Сергей. Очень приятно, это здесь общежитие Хади, вы тут у нас все живете, да. По вечерам смотрите телеканал «Симон». Очень лестно. Но вы готовы ответить на вопрос? Да. Да, я готов ответить на сегодняшний вопрос. Пожалуйста. Значит, первый по размеру материк – это Евразия. Логично. Это очень верно подмечено. Первый материк – это Евразия. Ну что ж, тогда давайте побеседуем, раз уж такой догадливый. Мы не будем говорить про Евразию, про Америку, про Африку, не волнуйтесь. Мы будем говорить исключительно про телевидение. Ну где еще, как не по телевидению, увидишь далекие континенты? Вы любите телевидение? Да, очень. Да, какие каналы харьковские вы предпочитаете другим? Ну, наиболее... Более всего я предпочитаю это Симон, Тонис, АТВК. Но остались очень немногие, которых вы не предпочитаете. А какие передачи вы предпочитаете? Познавательные, политические, музыкальные, там, развлекательные? Ну, на первом месте я все-таки предпочитаю познавательные, а потом более развлекательные. Что это достойно, кстати, позиция телезрителя. Обычно люди предпочитают сначала развлечься, а потом что-нибудь познать. Ну, в связи с этим нам ничего не остается, кроме как осчастливить вас рядом подарков от наших постоянных спонсоров. В первую очередь, это наш постоянный спонсор, фирма «Сладкий дом», дарит вам вот этот новогодний набор конфет. Не знаю, любите вы сладкое или не очень, но тем не менее придется их как-то скушать или поделиться с друзьями. От музыкального центра «Под веселым Роджером», на фоне которого мы сегодня и снимаемся, вот вам две кассеты. Это Лени Кравец, Red Hot Chili Peppers, очень модная музыка, надеюсь, вам она понравится. Ну и от отдела «Часы» центрального комиссионного универмага на Сумской, 13, он находится на 4-м этаже, вот такой вот прекрасные настенные часы с дельфинчиками, девочками, морями, вот, пожалуйста, в камеру их, чтобы все видели, какие часы можно купить на 4-м этаже Сумской, 13. Пожалуйста. На прощание что-нибудь скажите нашим телезрителям. Смотрите телевидение, оно очень интересное. Очень верно, по крайней мере, хуже от него еще никому не было. Смотрите нас, играйте с нами, встречайтесь с нами. Если вы, дорогие телезрители, не ленитесь смотреть нас регулярно, то бишь являетесь верными и преданными поклонниками передачи «Место встречи», вы уже заметили, что раз в неделю мы обязательно задаем вопрос по истории нашего родного города. Наша сегодняшняя отгадайка именно из этой серии. Расскажите официальную версию названия района Журавлевка. Жду ответа на этом месте 30 минут. Смотрите нас, встречайте с нами, играйте с нами. Не ленись, возьми свой приз.